Вы хотите трудиться на самой сложной работе в мире, с графиком 24/7, с ночными сменами. Придется совмещать несколько должностей сразу, причем оплачивать этот труд никто не будет. А что, если я скажу, что на этой должности уже трудится огромное количество человек? Конечно, это про мам. Ольга Лалетина работает мамой вот уже 28 лет. Где бы она ни была, все мысли о единственном сыне, мужественном, красивом парне, проходящем службу на СВО. Как у любой матери, да, мы боимся за своих детей, мы их оберегаем, но мы понимаем, что это мужчины. Ни одно утро не прошло без молитвы. Я прошу, Матерь Божья, чтобы защитила тебя. А вот еще одна история о материнстве. У Ларисы Хозяиновой детей четверо. Собираются вместе редко. Выросли. Приезжают к маме теперь только в гости. Сегодня в семье намечается общий сбор и чаепитие. Повод есть. Старший сын приехал со службы в отпуск. Всегда телефон возле рук днем и ночью. Вот. О чем разговариваем? Ну, когда в отпуск, когда закончится? Не голодный, не холодный. Тут что мама спросит? Переживаю больше за маму, чем за себя. Вот. Потому что понимаю, что мама переживает за меня. Мама Кристина, дочь Даша и сын Миша. Разница в возрасте у детей без малого 4 года. Но нагрузка на маму от этого не меньше. Когда Даше исполнилось всего 4 месяца, кормильца, хозяина дома мобилизовали. Кристина вышла на работу. И даже в этой ситуации мысли не о себе. Морально тяжело, но когда думаешь, что ему там 10 раз тяжелее, и ради детей находятся силы. Мам очень много, и все они разные. Уставшие, счастливые, заботящиеся. Не о себе. Пуговки, на которых все держится. Юлия Шнайдер, Максим Сандрин. Времени мало.